Помогать сборке мне будет Кикуша. Это единственная кошка, которая любит меня и не убегает от моей любви. Помогать сборке мне будет кошка Кикуша. Помогать, короче, без кошки Кикуши. Кто захочет, потом сам узнает, что это за животное. Всем привет! С вами Дима. Сейчас апрель. Я только добрался до новогодних подарков. Дед Мороз подарил мне конструктор Када. Этот бренд нам знаком. Мы с Костей собирали машину Toyota E86. Сейчас это крокодил. Или динозавр. Или все-таки крокодил. Непонятно, что это на самом деле, но тут 450 деталей. Я думаю, я соберу его за один вечер. Это все-таки трансформер. Можно динозавра преобразовать в крокодила и обратно. Надеюсь, это можно делать на ходу, а не пересобирая конструктор с нуля. Динозавр умеет двигаться вперед, двигать хвостом и двигать лапами, закрывает и открывает рот. То же самое умеет и крокодил. Двигает лапами, двигает вперед, открывает и закрывает рот. В комплекте есть мотор и два сенсора. Один реагирует на движение, второй на звуки. Этот сенсор находится во рту динозавра и крокодила. Что ж, пора вскрывать. И носовая штука вот эта вот. Я могу собрать либо динозавра, либо крокодила. Жуткий выбор. Не дрожит страх. Вот я закончил сборку динозавра. У него двигается челюсть, двигается хвост и ручки. Дальше, судя по инструкции, я должен спороть ему живот с помощью отвертки и засунуть туда аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, я могу его зарядить с помощью вот этого адаптера. Соединяем пины и вставляем в USB-порт. Надеюсь, он не разряжен. Хочется уже поиграться. Вот я и собрал динозавра. На это у меня ушло примерно 3 часа. Инструкция была простой и понятной, поэтому конструктор собирался легко. Но я совершал ошибки, а исправлял их с помощью синего штучка.
синий башмачок. То, что нужно вам. У динозавра есть два минуса, и оба они связаны с аккумулятором. Во-первых, устанавливается аккумулятор между лапок, где мало места. Во-вторых, для подключения используется пин-порт, который также применяется в комплектующих компьютера. Это очень тугой и надежный порт, поэтому для подключения или отключения аккумулятора требуется приложить немало усилий. Но из плюсов стоит отметить, что динозавр работает не на батарейках, а на аккумуляторе, который заряжается с помощью специального USB-адаптера. А теперь о важном. Чтобы собрать крокодила, нужно разобрать динозавра. А для этого необходимы веские причины. Например, 30 лайков под этим видео. А чтобы не пропустить момент эволюции малыша, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Дима и малыш. Всем пока! Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон проверяем опять. У-ху! До ре ми фа со ля си до. Это для тех, кто будет смотреть все эти дубли, то бишь для меня. Возможно, Таня мне поможет. А чтобы не пропустить момент эволюции малыша, мы выясним, что это за чудо-зверь после сборки. Устанавливается он между лапок, где мало места, я почесал нос.